Я, короче, уже где-то, блин... Сколько сейчас? Какой? Я уже, короче, месяц играю в Uncharted 3, и мне уже как-то, блядь... Мне уже... Я как видео это назвал, я уже не помню. Мне, короче, уже, блядь, надоело. Я, блядь, не знаю. Там, короче... Меня привлекало вот мультиплеер, то, что там можно играть, со всеми прокачивать персонажа. И там один раз прокачался там до максимального уровня, можно заново качаться. Еще раз прокачался, можно заново, так можно несколько раз. Потом там, короче, можно... скоро выйдет патч, там еще новые уровни добавятся, можно будет еще качаться. Я думал, о, бля, это интересно нахуй. Как бы... Например, вот в Dead Space 2 я там прокачался до 60 уровня, но это на компьютере, на Sony-то я с жестиком плохо играю. На компьютере, и все, там больше уровней нету, там дальше неинтересно играть. Вот, а на Uncharted там несколько раз можно прокачаться до максимального. И каждый раз ты получаешь какие-то новые способности, вот. И интересно играть, там что-то новое себе покупать, там еще что-то пробовать новое. Вот, я думал, во, бля, интересно, как бы буду играть, качаться, вот. А тут что-то в последнее время мне как-то я подумал, то что, блядь, ладно, и нахуй, ну это надо, блядь. Это сделали, короче, много раз прокачиваться, много этих уровней, это, блядь, для задротов, которые только сидят, короче, целыми днями и играют в Uncharted. Вот, да, для меня сначала казалось это прикольно, вот. А сейчас мне кажется, что это хуйня, короче, полная, мне надоело, короче, реально, вот. Правда, мне просто... Мне заебалось. Во-первых, мне и с джойстиком неудобно целиться с правым стиком аналоговым. Я мышку не стал себе покупать, как бы. Вот. Я это самое... Как бы... Ну да, я получше стал... Сейчас играю-то, чем я в прошлом месяце. Я сейчас спать хочу, извините. Вот. Сейчас я получше играю, конечно, целюсь, там все такое, управляю стиками, чем я играл в первые дни, но все равно не очень хорошо. Я часто промахиваюсь, вот, из-за того, что я промахиваюсь, меня часто убивают, меня это бесит. Я думаю, вот джойстик ебучий, там бью его об стол, короче, со злости, думаю, сраный джойстик, блядь. Реально, мне бывает такое, бывает, ну что ж скрывать, бывает. То, что, блядь, не могу нормально прицелиться этим, блядь, джойстиком крутить. Этот стик аналоговый ебучий, блядь, меня убивают, меня это бесит. Я думал, я подумал, все, реально, мне это заебало уже, все, к черту, короче, все, нахуй. И вообще, и это мне достало, этот джойстик. И плюс мне надоело, короче, играть. То, что действительно там много можно играть, много можно, много прокачиваться. Но как бы, какой от этого толк? Как бы, ни трофеев за это не дают, деньги тебе за это не заплатят, как бы. На счет твой в PlayStation Store тебе деньги не положат, если ты там докачаешься там до максимального уровня, если ты там в мультиплеере будешь играть много. Тебе ничего за это не дадут, так смысла нету в эту хуйню играть просто. Я раньше думал, что да, прикольно, я хочу прокачаться побольше, а сейчас мне просто нахуй это надоело. Если б я еще играл, если б мышку купил для PlayStation 3, мне было бы удобнее, например, играть с мышкой, чем на джойстике, там целиться, то может быть, я бы продолжал дальше играть. Но я мышку не стал себе покупать. Я решил дальше играть на джойстике. А на джойстике у меня не очень-то и получается. Вот. И плюс еще сама вот эта игра. Я решил, что да ну нахуй, короче, блядь. Пусть люди, которые хорошо играют, вот, и которым нравится так постоянно дрючиться целыми днями в этот Uncharted, там, может быть, они кроме этой игры других игр не знают. Вот, вот они пусть и играют до максимума, прокачиваются, там новые уровни, когда выйдут, пусть они играют до новые уровни, короче. Мне просто уже это как бы нахуй надоело, блядь. Я сейчас Parasite Eve 2, короче, потом хочу первую часть тоже поиграть, я первую часть не очень-то любил всегда. Вот, но сейчас спустя столько лет первую часть тоже хочу поиграть. Плюс Dino Crisis хочу первый, второй бы тоже, почему бы и нет, второй тоже хочу. Resident Evil 3 у меня есть прохождение с комментариями. То есть мне еще много чего есть делать, кроме этого Uncharted, так что я, мне уже это нахуй надоело. Может быть, потом я буду, короче,
если у меня появятся деньги, или я потом там устроюсь на работу, я сейчас в центр занятости есть такая хуйня. Центр занятости — это когда ты, короче, встаешь на учет, тебе ищут работу по желаниям. Например, я скажу то, что я люблю у компьютера сидеть, мне найдут какую-то работу в интернете. Я буду деньги получать. Вот, когда у меня будут деньги, я куплю мышку, например, я буду с мышкой играть. Тогда я вернусь к концерту, буду играть дальше. Но с этим джойстиком меня уже это реально уже заебало, надоело, и вообще... Как бы смысла нету постоянно играть, короче, качаться дальше. Какой в этом смысл? Хули. Я говорю, даже трофеев за мультиплеер ни одного трофея нет. Нет смысла в него играть абсолютно. Вот, так что я решил, мне уже это нахуй надоело, короче, вот я оставлю это дело пока. Вот. Еще в Twisted Metal. Я же купил Twisted Metal, я в него мало играл. Почему бы в Twisted Metal не поиграть? Не продолжить прохождение? Почему бы не поиграть в онлайне в Twisted Metal? Почему бы и нет? Dead Space 2, ну тоже там джойстиком плохо, но почему бы не побегать хотя бы просто так тупо, короче, побегать в мультиплеере Dead Space 2? Можно, пожалуйста, можно. Можно Dead Space 2 у меня есть на компьютере лицензионка, могу установить на компьютер, поиграть. То есть как бы много есть других игр, кроме Uncharted, да просто я на него в последнее время запал, поэтому я по него постоянно играл. Вот, а сейчас как бы я решил нахуй, хватит уже, надо что-то другое тоже, вот. Так что, конечно, из 100%, то есть, как бы, я извиняюсь, сейчас это видео зальется, я спать пойду, сейчас уже поздно, вот, спать хочу. То есть, как бы, то есть, если я принял это решение, 100%, почему я его принял, да, то из этих 100%, ну, как минимум, 70%, если не 80%, это джойстик, то, что все-таки мне еще неудобно целиться на нем, да? Из-за этого меня часто убивают и часто проигрываю, вот. Остальные проценты, это потому, что просто мне уже надоело, как бы, да, я... Как бы я почти второй раз прокачался уже до максимума, понимаете? Вообще, первый раз прокачаться до максимума, и это не так долго. Второй раз, в принципе, тоже. Но, как бы, сам факт, то, что за это ничего не дают, как бы, какой смысл? Да нет никакого смысла нихуя. Так что все, я решил это дело оставить, вот. Просто я вот хотел сказать, ладно, все, спокойной ночи, я спать. Я вообще по ночам в последнее время сплю, у меня такой режим. Иногда я ночью сплю, иногда я ночью не сплю. Если я не сплю ночью, то я целыми днями сплю. Вот, у меня режим разный бывает, вот. Но сейчас такое у меня время, когда я по ночам опять сплю, вот. Так что я уже пойду спать сейчас. Поздно уже, час ночи почти. Сейчас это видео быстренько зальется, оно коротенькое. Вот, поэтому сейчас спать пойду. Всем спокойной ночи, все, друзья. Удачи, удачи всем, счастливо.